Всем привет! Вас приветствует Saint Radio и ведущий Saint Советник. На сегодня у нас снова Xbox One. Ребята, никто не забыт, ничто не забыто. Я не поменял сторону, я нахожусь как раз посредине PlayStation и Xbox, поэтому если в каких-то видео вы нашли хоть какой-нибудь намек на то, что какая-то из консолей ни о чем, то вы ошибаетесь. Обе консоли хороши по-своему, у всех есть минусы и плюсы, так же как и в играх. Я просто немножко как бы решил поиграть в эту приставку PlayStation 4, немного привыкнуть к джойстику, ну и пока привыкал, записывал параллельно видео. Ну а сегодня у нас, естественно, для вас мультиплеер Forza Motorsport 5. Моей пока что любимой гоночной игры. А так как я давно не играл, сейчас буду походу всасывать. Не будем далеко заходить. Немного погромче поставлю. Так, профиль Forza. Rotor Gamepad Audio. Примерно так, наверное, поставим. Еще, наверное, сейчас добавим. Так, ну что могу сказать. В Forza я давно уже не играл. И сейчас придется снова привыкать от того же Drive Club, допустим, в который я в последнее время немало времени отыграл, скажем так. Неплохая игра. Неплохая. Есть, конечно, погрешности по физике особенно. Но что взять от разработчиков MotorStorm, которые взяли на себя ответственность сделать игру, которая должна была быть похожа, возможно, на какой-нибудь полусим. И ничего не получилось, и получилась какая-то недоаркада. С хорошей графикой, но на графике далеко не уедешь. Можно, конечно, привыкнуть к такой физике, но не знаю, как бы я играл, как уже в прошлых видео говорилось, если кто следит за моим каналом и смотрит мои видео, то я играю не только в симуляторы, я играю еще и аркады, такие как Need for Speed и всякую такую вещь, скажем так. И пока что самая лучшая аркада оказалась для меня Project Gotham Racing 4. Ну и вообще вся серия Project Gotham. Потом идет Forza Horizon. Так, ну я, короче, что-то там разговаривать не слышу. Так, вот. Midnight Club Los Angeles, Need for Speed, там это все я играл. Ну и вот, как бы физика напоминает в Drive Club мне физику из Crew, когда затачиваешь машину уже на 50 уровень, все уже туда платиновые детали поставишь, она уже там более-менее управляемая становится. Вот. Так, в принципе, ждем Forza 6, конечно же. Думаю, Turn 10 и Playground Games хотят сделать что-то вроде... Ну, они как бы сказали, Фил Спенсер, короче, как-то говорил, или не Фил Спенсер, а разработчик Forza из Turn 10, Дэн Гринволд. Посмотрим. Скоро E3. Выкатят шестую Форзу. Это будет, наверное, вынос мозга. Я уже представляю предвкушение, что там будет. Даже не так, нет.
я не представляю, что там будет. Если они к выходу консоли на скорую руку сделали, допустим, пятую Forza, которая до сих пор офигенная. Ой, кто-то там шебуршит. Чекай, майк, тормоз. Ну, я тут сижу без микрофона, и поэтому разговариваю в Kinect, но все остальные слышат. Я их сожгу, но должна потом их на них поставить. Некоторых. И какие-то настройки машины стояли, я тоже не посмотрел. Что-то запамятовал. И все. Пустое место. Да нет. Олень. Да, был бы я сейчас таким оленем, как вы, я бы вас шатал. Ничего себе. Сейчас, ребятки, пару кругов дайте мне привыкнуть. Летаешь вдруг. Ой, что-то не туда переключился. Второе место. Попытаемся еще полтора круга. Вдруг что получится. Thank you.
К сожалению, день рождения только раз в году. Ушел, что-то не вписался и походу обиделся. Да, ну вот так вот, несколько ошибок, какие-нибудь идиоты на трассе и вы первые. Чисто тупо везение. Пока что там только один нормально ездил. Так, посмотрим, что там за трасса следующая будет. Так, что у меня еще там была машина, которую я делал не так давно? Так, Lexus LF у меня тоже вроде есть, но не знаю, мой это или нет. Тюнинг. Где он? Вот он. Так, вибрации тюнинга. Нет, это не мой тюнинг. Ставим. У меня, походу, без спойлера. Надо его переделать. Тогда возьмем другую машину. Honda NSX. Ох, тут вот она Альфа Ромео выйдет. Уже может быть конкурентно способен. Шелби, Феррари, кстати, тоже могут быть. Но Альфа Ромео это стопудово. Citroen DS3. У меня что же есть вроде Citroen? Красиво. Такие прикольные диски. У меня с Honda я, походу, немного жестканул. Вот я сейчас вторую гонку проеду, нормально. Ну, для вас езжу где-то гонки 3-4. Вполне хватит, когда нужно вернуться в ряды. А на днях меня попросили сделать видео по Titanfall. Я в него тоже давно не играл, но заказы есть заказы, надо замутить мультиплеер. Ну там такого компании нет, поэтому
Ой, кошмар. Так, сколько? Полтретьего утра. Да. Решил записать видео полтретьего утра. Молодец. Я напоминаю, что наш портал Saints Radio проводит конкурс розыгрыш одной из консолей Xbox One, либо заходить на сайт, смотрите. О, ничего себе, я прыгнул на него. Купи себе нормальный интернет. Ах ты, сука такая. Я понял твою позицию. Хера ты тут тормозишь по труму, блин. Ты прикалываешься, что ли? Блять, идиот. Что творю? Ну, теперь его должен принципиально вынести, в принципе. Вот так вот, ребята, тут тоже есть свои олени. Мы постараемся, возможно, что-нибудь получится, если он сделает какую-нибудь ошибочку. Так, например, я. Ну,
тоже были там что-то 1800, 60 FPS на плойке и там что-то 900, по-моему, на Xbox. Я не помню. Надо потом прогуглить в Яндексе. Там проехал. Тролль. Надо на Альфу побыстрее проехать. Сразу Альфу брать, хорошо. Так. Сейчас надо, кстати, посмотреть, как его звали, и потягаться с ним немного. Так, результаты. Как ты там назывался? Понятно. Так, сейчас интересно, что за трасса будет. Окей. Ну что? Потягаемся. Ну, я думаю, в принципе, можно эту записать еще и на этом немного заканчивать наш первое возвращение, допустим, на Xbox. А в скором будет еще одно с Titanfall'ом. Думаю, завтра сделаем. Красиво закончить, скажем так. Ничего обещать не буду. Ты можешь, пожалуйста, умереть, чмо? Микрофоном. Сейчас хочу немного подкопить денег, если получится, то взять себе микрофон для записи. Я уже напоминал, что он стоит около 80 евро. Сука, дорого, конечно. Стенки. Замечательно. Ой-ой-ой, не шутяся. Ферари, который меня сейчас, наверное, вынесет. We'll be right back.
Давай, до свидания, слышь. А вот так вот, да? Я вас понял. Короче, сегодня первым не приду. Это следующее. Феррари нахожу. Да вы чё, блядь, бессмертные, что ли, все? Я не понял, нахуй. Вот, блядь, пытаешься их обойти нормально, нахуй. Тебя пиздец, грязный ублюдок. Это что сейчас было? Я его только что въебал со всей дури. Он должен был нахуй улететь, блядь. Как так-то нахуй? Отсосешь, жопа, блядь, с ушами, как сказал бы какой-нибудь малолетка. Ну, как бы вот так вот, странным образом я его нахер не вынес просто на другую карту. Хотя удар был смачный, как по мне. Он поехал дальше каким-то образом, но наказал обоих, кстати. А мы с перепугу решили, что надо входить немного побыстрее в повороты. Так, ну ладно, еще одну игру, наверное, сыграю. Надо же как-то первым прийти. Вообще. Не тактично получается. С той стороны. Хотя мне простительно. Во-первых, не был давно на Xbox, и во-вторых, меня выносили. Он нам проехал 58. Да. Ой, с таким временем. Ой, кошмар. Покабра. Так, вот Америка. Давайте вот это. Рандом. Может.
походу Рот Америка. Это не факт. 40, твою мать. Родителю обратно. Что у нас еще было прикольного? А, ну да. Почему бы и нет? Готовьтесь к расстрелу, твари. Вот таких, в принципе, оленей надо просто-напросто банить, и чтобы у них сгорала сразу приставка. Переходить на Wii U и играть там Mario Kart. Блюдочные малолетние ничтожества. Видно, что в симуляторе такое как бы не карается. Не, не так. Обидно, что в симуляторе такие люди принимают участие. Короче, шипеть там. Что, в принципе, стартанул первым, есть шанс прийти первым, если меня никто не вынесет. А, ну же такое, догнать не должны. Шикарная игрушка Forza. 60 FPS решают. Несмотря на то, что здесь нет подобных условий, выглядит просто офигенно. Надеюсь, в шестую завезут, там дождь, что-нибудь. Поинтересно смотрелось бы чуть-чуть. Хотя, не знаю, что будет происходить на мокрой трассе, допустим. Если они на сухой трассе так тупят. Я уже не говорю про ночь. Еще как-то ездят видом от капота. Попробую, кстати. Вот так вот они, короче, ездят. Нет.
так не привык вообще ни разу. Ни графики не видно, ничего, блин. Типа вот такой камеры будут в Project Cars, вроде бы. Такая не очень удобная для меня, по крайней мере. Она близкая. И в Project Cars, на по-моему, еще немного ниже будет. Просто ничего не видно. Вот так вот самое мечта. Привык со старых мультфорспидов, со всей этой темой. И так продолжаю видеть. Sorry. Первым, ну я думаю. Это ванну. Достойная победа. Как бы просто несколько поражений. Неудачных вообще. Красивая бомба. Так, ну что, ребята, это было Saint Radio, с вами был ведущий Saint Советник, и могу вам сказать, что это было не последнее видео на Xbox One, поэтому не теряйте надежды, мы с вами скоро еще увидимся. До скорых встреч!